Твой ролик не собирает просмотры, и ты скатился? Конечно же, виноват YouTube. На твой канал никто не подписывается? Виноват YouTube. Никто не ставит лайки под твоими роликами? Да, ты знаешь, виноват YouTube. На самом деле, я не хотел записывать вот такое вот серьезное видео. Даже не думай смеяться. Вот если ты напишешь «Ахахахаха» в комменты, это уже будет не смешно. Как бы ролик серьезный, сам понимаешь. У многих моих знакомых произошел баг, который отключает монетизацию под роликами, и их ролики просто не попадают к подписчикам в фид. Когда YouTube вводил колокольчик, тоже случился некий баг, из-за которого подписчики просто не видели твоих роликов. Затем YouTube сделал так, что теперь ты видишь ролики, которые вышли до 2 дней назад, даже до 3, до 2, до 3, ладно, это не важно. И спустя 2-3 дня, твои ролики просто перестают собирать просмотры, подписчики их попросту не видят. Твои ролики теряются на фоне других 1000 видео, которые выходят на YouTube. И сейчас произошло новое, глобальное обновление от YouTube. YouTube начал бороться с матами, с ненормативным контентом и тому подобное. Понятное дело, в моих роликах уже давно нету мата, но по каким-то причинам YouTube отключил у меня монетизацию на 3 роликах. Как бы, окей, ладно, 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 ладно! Я пожертвовал эти деньги YouTube. Хорошо, без проблем. Теперь вы должны сделать мой канал самым топовым. Это была некая взятка. Ну а если серьезно, как вы могли заблокировать монетизацию на ролике, где в названии нет ни матных слов, нету ничего неподобающего? И, конечно же, посмотри вот на эту милую картинку. Красные против синих. Что может быть ужасного в этой картинке? YouTube, видимо, счел, что на этой картинке много крови. Люди, которые кричат «Помогите!» Какие-нибудь аномальные катастрофы и прочее. YouTube — это Roblox. Это обычная игра, в которой нет ничего плохого. Просто на всякий случай я тебе сказал, мало ли, вдруг ты думаешь, что это какой-то шутер с расчлененкой. И я более чем уверен, что YouTube даже отключит монетизацию на этом ролике. Я как бы не жалуюсь, мне как бы не жалко тех самых средств, которые они забирают, но это чертовски обидно, потому что из-за этого некоторые мои видео подписчики попросту не видят. У YouTube появилась такая фишка, что когда у ролика отключается монетизация, то появляется желтый значок и в коде видео появляются вот такие вот странные цифры. 109, 112, 108. В общем, это причины, по которым отключилась монетизация на твоем видеоролике. Поэтому сейчас, мои братья-ютуберы, мои братья-роблоксеры и все, я объявляю холодную войну открытой. В этой холодной войне победит YouTube, потому что мы снимаем на его платформе. Ну и ладно, мы должны дать отпор этим лагам. Давайте с вами сделаем хэштег «Fix YouTube» и, конечно же, поставим лайк под этот ролик, потому что я просто обожаю эти лайки, я хочу ими измазываться. Ну а еще я только что вернулся с отпуска, у меня просто отличное настроение, и я готов приступать к новым видосикам. Я тебе рассказал все основные проблемы, которые тревожат многих людей. Возможно, ты об этом не знал, но теперь ты об этом знаешь. И поэтому обязательно нажми вот на этот колокольчик. Вот так вот он выглядит. Ты уже давно его заметил, но, наверное, не знал, что это такое. Если бы ты на него нажал вот именно год назад, то там бы выскочила смешная собачка. Вот смотри, нажми прямо сейчас. Я серьезно говорю. А, ты нажал уже на колокольчик, и там не выскочила никакая собачка. Эх, это был байт. Не нужно отписываться после этого. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос. Playtime.